Здравствуйте. Садовые аптечки у садовода, цветовода и у тех, кто любит заниматься комнатными растениями, обязательно должны быть так препараты, как стимуляторы, иммуностимуляторы, стимуляторы роста, ну и другие. Что это за препараты? Ну вот начнем с корневина. Это препарат, который изготовлен на основе индаила. Это калиевая соль и уксусной кислоты. Обладает свойством улучшать рост корневой системы. Для чего это надо? Во-первых, если у рассады плохо развивается корневая система, или у растения какого-то прекратился рост, может быть, какая-то гниль в корнях, вы его пересадили и хотите, чтобы растение быстрее прижилось, корни наросли быстрее, поливаем стимулятором роста корней. При пересадке очень хорошо просто опудрить расти корневую систему вот этим стимулятором роста, и корневая система будет лучше развиваться. Для того, чтобы укоренить черенок, нужно развести содержимое капсулы в соответствии с тем, как здесь указывает производитель, замочить, наш черенок быстрее даст корни. Также можно замочить в этом растворе и луковицы перед посадкой, они быстрее укоренятся и быстрее зацветут. Атлет – это очень интересный препарат. Интересен он тем, что он не стимулирует рост вверх рассады, а наоборот ограничивает рост. Когда мы выращиваем рассаду на подоконниках, обычно она страдает от недостатка света. И растения тянутся, особенно если в комнате жарко. Они тянутся за светом и получаются вытянутыми, и трудно их сажать, и вообще они такие неприглядные. Вот ограничить вот это вот вытягивание рассады можно при помощи такого препарата, как атлет. Но рассада не остановится в росте, она будет расти, продолжать, но не такими темпами, но она станет более зеленой, стволики станут толще, и будет хорошо развиваться корневая система. Очень часто наши растения попадают в стрессовые ситуации. Мы иногда любим на наших подоконниках переставлять растения, их вот крутить их как-то. Нам кажется, что мы это делаем для их пользы. Однако мы делаем им многое во вред из-за того, что растение растет стационарно, оно привыкает к определенному освещению. Мы его перевернули, у нее стресс. Или холодный воздух задул, или подморозило, или засушили. Но мало ли стрессовых ситуаций у растений. Вот чтобы достойно пережить эту стрессовую ситуацию, из нее выйти быстрее и не погибнуть, применяются такие препараты, как эпин и циркон. Еще прекрасный есть препарат «Стимул». Это тоже помощь при стрессовых ситуациях. И еще очень хороший препарат – это HB. Это японский препарат, полностью натуральный. Регулярное применение вот этих препаратов поможет лучше развиваться и комнатному растению, и рассаде. И плюс еще вот в этих препаратах можно замачивать семена и луковицы перед посадкой. И еще интересный стимулятор – это амулет, это стимуляторы корнеобразования, это активатор корнеобразования и также стимулятор иммунитета. И это препарат, в который можно замачивать семена. Этот препарат изготовлен на основе янтарной кислоты. Янтарная кислота – настолько интересный препарат, мы ей посвятим отдельный ролик, и там мы расскажем о всех методах, как применять янтарную кислоту. А сейчас просто возьмите на заметку вот такой очень хороший препарат, как амулет. Для того, чтобы улучшить иммунитет, применяется вот такой препарат, как иммунцитофит. Для чего нужен хороший иммунитет растениям? На растения постоянно нападают или вредители, или болезни. И если растение сильное, оно само справится с нашествием вот этих напастей. А для того, чтобы растение было сильным, у него должен быть хороший иммунитет. И вот такие голубые таблеточки помогут улучшить иммунитет у растений. Применяйте препараты обязательно, которые стимулируют иммунитет, которые улучшают корнеобразование. Но не применяйте их в период, когда у растения наступает период покоя. Этим вы только
подтолкнете растений к росту, а период покоя у растений обычно начинается, когда они попадают в неблагоприятные условия. И если мы в неблагоприятных условиях сделаем толчок растению к росту, оно какое-то время порастет, а дальше у него сил не хватит, растение будет болеть, и, возможно, мы потеряем это растение. И это особенно касается растений на наших подоконниках. Надеюсь, наши советы помогут вам правильно выбрать нужный стимулятор для растений и правильно его использовать.